Николай Басков намерен унизить погрязшего в долгах Филиппа Киркорова, выкупив его квартиру, сообщает «Экспресс-газета». Журналисты подловили Николая Баскова на съемках очередной песни года. Популярный певец с кем-то разговаривал по телефону о недвижимости короля российской эстрады. «Короче, найди какую-нибудь фирму, чтобы уши мои не торчали. Пусть они собьют цену и выкупят его халупу. Сделаю ремонтик и приглашу Филиппка на новоселье в его же бывшую квартиру. Он голос от злости потеряет», — якобы заявил артист. По данным источника, Николай Басков вознамерился приобрести квартиру своего коллеги Филиппа Киркорова через подставных лиц. Напомним, суд удовлетворил иск латвийского банка к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста по стартовой стоимости более чем в 193 миллионах рублей.